Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hardset Info. Сегодня я покажу, как на устройстве Oppo F19 включить уровень заряда батареи. Чтобы на устройстве включить уровень заряда батареи, нам будет нужно перейти в сами настройки, здесь же перейти внизу в уведомления строка состояния. Переходим в уведомления строка состояния, после чего переходим в саму строку состояния. Строка состояния, кстати, это верхняя вот эта часть, где у нас показывают уведомления и состояние батареи, интернета, чего-либо. Здесь же переходим в уровень заряда батареи и просто выбираем или же внутри заряда батареи, значка батареи, вот мы видим 51 появилось, или снаружи значка батареи, оно будет более читабельно, но занимаем, конечно же, больше места. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.